Здравствуйте! Это стадион имени Султана Белимханова, город Грозный. И прямо сейчас завершится первый тур Мелбет первой лиги. И здесь кавказское дерби. Какая-то из команд заинтересуется им. Опасно! Внимание! Лани атакует! Удар! Это промах! Не века, конечно, но первых 11 минут точно. Вот так. А это прострел или удар, в общем, что-то среднее, потому что мяч катился в большей степени вдоль ворот, чем к воротам. Один у хозяев, другой у гостей. Может быть, сейчас еще один будет. Передача, опасно, удар! Вот это да! Он перешел 30 июля 2020 года в команду из родного города и... Ой, какая ошибка! Какая ошибка! И 1-0! Или нет? Похоже, что нет. Очень хороший перевод налево. Наконец-то какое-то свежее решение. Удар! 1-0! И здесь тоже офсайд. Да сколько ж можно, спрашивает арбитров Джамал Дибиргаджиев. А это интересно. На свободном пространстве можно убежать. Падение, и арбитр назначает красную карточку. Его бывшим клубом Абды Шата и Дордой Динамо сыграли сумасшедшие 2-2. Удар. Это легко было, хотя, видимо, не очень. Где мяч? Падение, еще одно. Хамхоев выбивает мяч в воздух, и в этот момент звучит финальный свисток.